Твери дополнительные средства будут направлены на строительство школы в микрорайоне Радужный, а также детских садов на улице Склискова и Планерной. Изменения в бюджет областной столицы обсудили депутаты городской думы на внеочередном заседании. Подробности в материале нашей съемочной группы. Повестка дня внеочередного 70-го заседания Тверской городской думы включала в себя четыре вопроса, ключевой из которых касался внесения изменений в бюджет Твери на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Так, решением депутатов объем финансирования программы по развитию образования будет увеличен в общей сложности более чем на 90 миллионов рублей. Почти 40,5 миллионов рублей, полученных в качестве субвенции из областной казны, будут направлены на оплату труда педагогическим работникам. Еще 41,6 миллиона на заработную плату работникам кухни, которые, начиная с сентября этого года, входят в штат образовательных учреждений. Не менее важный вопрос – выделение дополнительных средств на строительство учреждений образования на территории города. Одно из них – новая школа в микрорайоне Радужный. Мы знаем новый микрорайон, который интенсивно застраивается, где остро необходима школа. И нам необходимо ввести максимальные сроки построить школу, потому что для того, чтобы разгрузить близлежащие школы. Также решением народных избранников более 10,5 миллиона рублей будет выделено дополнительно для завершения строительства детского сада на Планерной. В скором времени учреждение дошкольного образования сможет принять 150 ребятишек. Помимо этого, депутаты одобрили выделение дополнительных средств на строительство детского сада на улице Склискова в центральном районе города. Ожидается, что Тверь сможет рассчитывать на софинансирование при строительстве этих социальных объектов. Деньги, которые мы выделяем, они связаны как с изменением цен, то есть удорожание строительства. И для того, чтобы нам не прекращать и не было торможения строительства, надо было сделать такие изменения в бюджете. Кроме того, более 1 миллиона рублей будет направлено на поддержку муниципального предприятия «Кадастровый центр». Выделенные средства помогут МУПу рассчитаться задолженностью по зарплатам сотрудников, пояснили в Тверской городской думе. Также дополнительные деньги получит МУП ЖЭК для исполнения контракта по содержанию уличной дорожной сети.